Всем привет, с вами Алексей. 3 сентября 2021, Харьков, Украина. Сразу оговорюсь, я занимаюсь не клубникой совсем, саженцами, реализацией саженцев тем более не занимаюсь, поэтому все, что я буду рассказывать, это лично свое мнение, именно на моем участке возле дома. Участок возле дома находится относительно на высоте, то есть это не низина, заморозки здесь есть, но не такие страшные, как в низинах возле водоемов. Земля не очень хорошая, честно говоря, такой суглинок, в общем, для клубники особо не подходит. Ну, грядки были подготовлены, в принципе, поэтому сейчас быстро, вкратце, отмечу некоторые сорта, которые я бы хотел отметить именно для моего участка, именно для моего региона и именно для открытого грунта. Первый сорт, который я всегда боготворю, скажем так, ну он может этого и не заслуживает, но тем не менее в моем случае меня он устраивает. Это Альба. Чем мне нравится Альба? Она не такая уж сильно болявая, к ней меньше цепляются болячки, пятнистости я на ней вообще практически не вижу, да. Она ультраранняя в моем регионе, она очень рано начинается, и когда клубника дорогая, то есть земляника садовая, правильно говорить, ну мы будем говорить клубника, да, дорогая, получается, я ем уже свою клубнику. Если все это еще дело поднакрыть под дугами, да, там пленку, но я этим не заморачиваюсь, потому что и так, в принципе, она рано получается. Если не ошибаюсь, там чуть ли не, ну, в районе 3 долларов она на рынке, там, чтобы всем было понятно, мне же не только в Украине смотрят, то как бы нормально, да, то есть я ем свою клубнику. Она высокоурожайная, это немаловажно, и на одном месте она может произрастать, ну, как минимум 4-5 лет, вернее, как максимум, да, ну, минимум 2-3 года это точно у вас с ней проблем не будет. Вот эти кустики, это высаживались однолетние растения, скажем так. Вот это вот усы, видите, проходился, недоудалял, сейчас не буду обрывать, потому что надо это сделать, скажем так, аккуратно, чтобы не повредить сам кустик, а просто так отрываться не хочет. Хотя вот оторвалась. Так, понятно. То есть Альба, это чем хорошо? Ухаживать, смотрите, за клубникой ухаживать по-любому приходится. Приходится возле нее постоянно приседать, то соломки подстелить. Ну, солома себя как бы оправдала. Ну, конечно, честно говоря, лучше, наверное, все-таки агроволокно или пленка. Вот, потому что солома есть солома, все-таки залазят там всякие муравьи, они клубнику очень, оказывается, любят, то ли слизни, в общем, кто-то ее подъедает, скажем так. Вот, сделал позднюю пересадку, так сложились обстоятельства, кассетная рассада, вот такой лайфхак, ставите ящик, и под ящиком приживается у вас любая рассада, любые растения, даже если жара стоит, все хорошо, главное, чтобы была влага, соломка замульчирована, ну, вот такая. Это сорт Кабрилья. Кабрилья чем мне нравится? Значит, Альба у нас КСД, то есть она отдала урожай и все, больше урожая не отдает, но вы за ней ухаживаете. Но и пересаживать ее часто не надо. Кабрилья, американский сорт, думал итальянцы, оказалось американцы. Значит, чем он мне нравится? Он постоянно плодоносит. Не знаю почему, я подкармливал и нитромофосочку, ну, уход обычного дачника, скажем так. Ну, вот видно, ей тяжело, то есть ягодка маленькая, наверное, она все-таки подистощилась. Потому что это были однолетние растения, я высаживал в прошлом году с открытой корневой системой. Я был очень удивлен, когда она дала прирост и урожай. Конечно, надо было эти ягоды срывать, чтобы она набрала силу, этот куст набрал силы, и потом вот сейчас получать сумасшедший урожай. Я так не сделал, конечно, но понятное дело, потому что мне очень хотелось ягодку попробовать, и, скажем так, этот сорт мне очень понравился. И вот я для него выделил целый рядок. Рядок Альба, рядок Кабрилья. Там вроде как Мурано должен был быть Альбион, но по каким-то причинам не цветет и не плодоносит. Не знаю, отдал хорошо урожай. Не уверен, что это именно эти сорта. Может быть, поэтому такая ситуация. Так, якобы, опять же, Мурано высажен как ампельная клубника в горшок. Вот дал здесь, по идее, должны были быть ягоды уже. Но ягод нет. То есть, тоже не зашел как ампельная. Возможно, пересорт. Возможно, мне продали не тот сорт. Все остальные чувствуют себя более нормально. Но никто особо не плодоносит. Но плодоносит Кабрилья. Здесь коллекция.
15 сортов. Это золотой фонд, который я не трогаю. Елизавета. Елизавета вторая тоже плодоносит постоянно. То есть кабрилья, Елизавета плодоносит постоянно. Еще мне понравилось, как плодоносит Вивара постоянно. Ну вот, что-то она, смотрите, тут крепко заболела. То есть она отплодоносила до середины лета. Потом заболела. И вот, на детках тоже была клубника. И вот что-то она себя сейчас плохо чувствует. Мне этот сорт понравился. Видите, я даже стакан установил. Начал его как бы размножать. А теперь даже не знаю, что с ним дальше делать. Практически перестала плодоносить. А я хотел клубнику, которая плодоносит. Именно постоянно выкидывает цветоносы. Пока кабрилья в этом плане очень хорошо себя показала. И вот подходим к последнему сорту. Я его пересадил буквально вот сегодня. И хотел бы особо отметить. Потому что этот сорт, он не просто постоянно плодоносит. Но если ягода вызревает, это получается очень вкусная ягода. И мне этот сорт очень понравился. Позвольте представить, Елизавета вторая. Поболявости немножко есть, согласен. Даже пятнистости к ней как бы цепляются. И тем не менее, все-таки этот сорт я тоже хочу отметить. Если вы желаете именно постоянного плодоношения. Кабрилья, Елизавета вторая, Вивара. Какой вам подойдет однозначно. Ну и Альба или Клэри. Для ультраранней продукции, для хорошего урожая, альба более урожайная. То есть собрать урожай, покушать ранние клубники, когда ее очень сильно хочется. Заморозить, наделать какую-то там консервацию, скажем так, самую необходимую. Но в основном для заморозки очень подходит плотная ягода товарная. Также плотная у Елизаветы и также плотная будет у остальных сортов, которые я вам представил, на которых я сказал, что хочу отметить. Все, и так затянул, ребят. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Давайте все вопросы в комментарии. Канал разносторонний. Здесь и клубника, здесь и павловня, здесь и фундук, и грецкий орех. Здесь будет все. Все, что связано с агробизнесом. Я думаю, вам будет интересно. Поэтому обязательно подпишитесь с колокольчиком. Поставьте лайк, обязательно кому понравилось. Поделитесь с друзьями обязательно. Все вопросы в комментариях. Всем спасибо. Всем огромный-огромный привет из Харькова и всем пока!